рассчитаться и дружеские отношения сохранятся. Возможно, я не знаю, может стать поумнее как-то в этой ситуации. Все-таки сохраните бизнес и дружбу. Уволиться с работы, да и все. Если есть уважение к этому человеку, к этому руководителю, соответственно, там и дружба будет, и исполнение всех обязательств. Все-таки на работе работать, субординация, а дружба после работы. Работать вместе с друзьями в ином статусе, как начальник, и сохранить при этом дружеские отношения – на это способны только гармоничные личности, обладающие большой гибкостью и в зависимости от ситуации способные менять стиль поведения и дистанцию. Но для большинства людей это невозможно. Они продолжают свои взаимоотношения, исходя из вот, ну, параметров, которые были днем. Или, наоборот, которые были еще вчера вечером. То есть мы же вчера с тобой пили, а что ты сейчас вот раскомандовался? И почему ты там меня заставляешь подчиняться? И в данном случае общая рекомендация – старайтесь избегать таких ситуаций. Если вы хотите сохранить дружбу и близкие отношения, все-таки старайтесь не работать совместно с людьми, которые для вас являются друзьями, потому что 95 случаев из 100 это закончится разрывом дружеских отношений. С одной стороны, нужно поговорить с людьми, может быть, даже по отдельности, потому что коллектив, в общем, особенно дружный, он начнет давить на начальника, ставшего начальником, да, и может его сломать. То есть лучше по отдельности людей вызывать и объяснить ситуацию, что как и происходит, что как бы вот я буду придерживаться регламента, возможно, будет террор небольшой, но нам необходимо выстроить нормальные рабочие взаимоотношения. А с другой стороны, работать с собой, что провести разделение и понять, что вот этот человек, с которым ты дружил, ну, дружишь, может быть, да, что ты сейчас являешься начальником, ты просто обязан ему приказать, обязан сделать что-то жесткое. Иначе работы как таковой не будет.